Сегодня мне попались к обзору конфеты производства Бельгия. Торговая марка, непонятно. Майтре Фруфоут. Да, короче, непонятно, что-то по-бельгийски написано тут. Понаписывают, ничего не разберешь. Фрути Димаре. Чоколаты Бонбонс. Чоколатини. На разных языках написано. Стоит неизвестно сколько, потому что это подарок. Ну, за такой подарок надо было что-то сделать хорошее. Такой дорогостоящий. На многих языках написано 250 грамм. Мы будем пробовать. Для этого надо разрезать. Так, о, чоколатини. Разные здесь ракушки. Коники. Ага. Креветка. Устрица. Мидия. Устрица, мидия. Коник морской. Ну, попробуем один, правильно? Ух ты, ё-моё, он двусторонний. Ну, в середине тоже вкусняшка. Да. Ну что ж, Бельгия есть Бельгия. Будем есть.